Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное предстоящему визиту в Самарскую область патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласие посетить регион епископ Русской Православной Церкви дал в августе прошлого года во время личной аудиенции с губернатором и главой митрополии. Приезд его святейшества ожидается 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы. Предполагается, что патриарх проведет службу в Софийском соборе на 4-й очереди набережной. Предстоящий визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла без преувеличения станет историческим событием для Самарской области. Самарская митрополия, по его словам, занимает особое место в жизни Русской Православной Церкви. Это сильная митрополия с развивающейся церковной жизнью. Наша задача – подтвердить высокую оценку святейшего патриарха, организовать его визит на самом высоком организационном уровне. В ходе совещания коснулись и вопросы развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и Святого Источника в селе Ташла. Это святое место является признанным центром паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны, а также из-за границы. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей. Основная задача планируемой реконструкции – сделать посещение источника удобным для верующих.